привет, как дела? Привет, ну, давай дома, ну, где Виталий, где готовимся к кубку. Как отель? Отель нормальный, хорошо. Сегодня была тренировка, как вам лед? Ну, лед такой жесткий, потому что здесь холодно, и в горах. Ну, нормальный, чуть-чуть покатали. Холодно лучше? Ну, да, да, может быть. Акклиматизировались уже? Я думаю, еще нет, нам еще сколько дней, 2 дня, я думаю, нам хватит акклиматизации. Что знаешь о командах соперниках? Ничего. Первый вот Германия, ничего в германском хоккее не знаешь? Не знаю, об этих командах ничего. Мирослав Залишак не поехал, будет не хватать его? Ну да, я думаю, да, он хороший игрок. Ну, Воронцов его заменит, наверное. Игры покажем. Как дела, Максим? Здравствуйте. Здравствуйте.